Доброго времени суток. Мы отыграли уже несколько дней в Море воров, и у нас сложилось определенное первое впечатление. Общую информацию об игре я уже давала ранее. Какое же у нас сложилось в итоге мнение? Посмотрев несколько обзоров игры, я была согласна со всеми авторами. Игра стартовала фейлово с малым количеством событий и занятий. Но за 2 года была проделана большая работа. Изначально игра была доступна только в Xbox Store, а цена ее была 1003 рублей. Что в принципе завышено и дороговато для скудного контента. Не так давно игра вышла в Steam, и вот там уже ее стоимость значительно приятнее, всего-то чуть выше 700 рублей. Но увы, это для России. Для европейских игроков она все еще стоит 40 евро. В игру можно играть и одному, но будет скучно и не так интересно, так как вся занятость по сути придумывается самими игроками. Плывешь выполнять занятия, но встречаешь кракена, армаду кораблей или гопаешь такого же пирата. А может быть так, что гонят по морю уже тебя. За несколько дней игры мы даже не успели еще коснуться сюжетных квестов, так как были заняты познанием игры и знакомством с управлением корабля. Игру не стоит запойно осваивать в первые дни. Разнообразие контента все-таки не такое великое, чтобы затянуть вас на пару лет, да даже хотя бы на год. Играть лучше всего в голосе со своими друзьями. При управлении кораблем требуется согласованность и слаженность. Чем больше корабль, тем больше действий требуется совершить, и тем выше требования к командной игре. Шлюпом на одного или двух игроков управлять в разы проще, все находится под рукой, и не требуется особо бегать. Ну и потопить шлюп проще, пробоины в корпусе будут приводить к затоплению. Мы же играем вчетвером на галеоне, это максимальный размер команды. Один рулевой, который ни черта не видит за парусами. Совсем ничего не видит. Правда, можно немного приподнять средний парус и дать ему обзор. На вороньем гнезде, или в нашем случае на носу корабля, стоит смотрящий, который задает корректировку движения, сообщает о кораблях, островах, камнях и всем, чем можно поживиться. Кто-то смотрит карту и корректирует направление движения. Во время боя один или двое чинят корабль, выносят воду, остальные же ведут стрельбу, абордажат и управляют кораблем. Самое драйвовое, конечно же, бои. Здесь ты залатал дыру, там выстрелил с пушки, вынес ведро с водой и опять чинишь корабль. Друг пошел на абордаж и убивает уже вражескую команду. А вот и ваш корабль горит. Водой из трюма тушите, заряжаете пушки и опять чинить пробоины. Постоянно чинить пробоины. Ресурсы ограничены, и если вы вышли в море в малым числом досок и ядер, в бою внезапно может все закончиться. И придется либо тонуть, либо убегать. Само по себе ограничение ресурсов приводит к пониманию, что бой необходимо заканчивать быстрее, и если ресурсов нет, то уже избегать боя. Галеон штука, однако, живучая, что только у нас с ним не случалось, но потопить его сложно. Пробоины на средней палубе можно совсем не латать, пока ваша команда держит сухой трюм. Да и вообще в управлении корабля приходится следить за многим. Чтобы сбавить скорость, надо убрать паруса. Ветер имеет свое направление и требуется выставлять нужный угол. Якорь можно сбросить и резко развернуть корабль, но тут же поднять и продолжить движение. Фонари на корабле, которые дефолтно горят, следует выключать, чтобы ваш корабль было сложнее увидеть. Да даже при осмотре через подзорную трубу или прицел винтовки можно оставить яркий, заметный издалека блик. В первый день все разнообразие управления большого корабля сбивает, невозможно галеоном управлять без согласованности, и тем более в рандомной команде. На карте всегда имеются 6 команд. Распределения по опытности или рейтингу нет. Вы можете попасть на карту со шлюпами или наоборот с галеонами. Другие команды могут быть как мирные, так наоборот, желающие только топить и уничтожать все, что видят. Кто-то отмечает токсичность игроков, но игра сама по себе подразумевает открытое PvP. Команды других кораблей могут заключить с вами союз, но в момент раздела дропа предать вас и потопить ваш корабль. Графика – отдельная составляющая игры. Сами объекты выглядят мило и декоративно. Игра моделирует красивое цветовое сочетание. Вам понравятся закаты и восходы. Ночи могут быть реально темными. А окончание шторма будете ждать как подарок на день рождения. Да, тут во время шторма заливает корабль и приходится постоянно бегать с ведрами. И самое шикарное, что я еще нигде не видела – вода.
Настолько правдоподобного, красивого и захватывающего моря вы вряд ли где найдете. Кто-то из минусов игры называет отсутствие вертикальной прогрессии персонажа. Вы не набиваете уровни, от квестов ваш корабль не становится прочнее, а персонаж живучее. Все, что дает деятельность в игре, возможность купить красивые внешки на корабль, на персонажа или же на вещи из инвентаря. По сути и все. Выполняя квесты, убивая Кракена, вы ничего по сути не развиваете. Убил Кракена, и что? Ну, слутал добычу, а дальше? Купил очередную внешку, выполнил задание, и что? И вот это непривычное состояние тупика и отсутствие развития вводит в какой-то ступор. 10-й, 100-й убитый галеон скелетов уже не будет приносить той радости. Игра не сможет удивлять постоянно, что делает игру зависимой от обновлений. Их должно быть много, их контент должен завлекать, иначе опять нечего будет делать. Но с другой стороны, ты совершенно ничем не отличаешься от тех игроков, которые начали годом ранее. Ты точно такой же, твой корабль ничем не хуже, вся разница только в том, как ты и твоя команда умеете справляться. Вся разница только в опыте. Как поймать быстро ветер, как забраться на вражеский корабль и кинуть якорь, какие ядра использовать. На скорость отчинить упавшую мачту, и это на самом деле радует, действительно радует. С первых дней мы уже смело идем на абордаже, крушим армады скелетов, а не жмемся по краям карты, опасаясь встретить хай-контент для раскачанных морских волков. Финально могу заитожить все так. В игре совершенно нечего делать, если вы не умеете развлекать себя самостоятельно, если у вас нет отвязной команды друзей. С друзьями найти приключения на свой зад всегда на изи. Именно с друзьями в команде игра раскроет себя в полной мере. Добро пожаловать в море воров и до новых встреч!